Пожарные, спасатели и скорая сегодня в экстренном порядке отправились к стационару первой горбольницы. Там загорелась палата в терапевтическом отделении. Угарным газом по сценарию отравились 4 медработника. Пострадавших из больницы выводили в специальных дыхательных аппаратах. 4 медработника первой горбольницы отравились угарным газом. К счастью, это лишь легенда. В стационаре прошли учения экстренных служб города. По сценарию в терапевтическом отделении загорелась палата. Учения прошли успешно. В короткие сроки пожар потушен. Эвакуировано около 80 пациентов и представителей персонала, в том числе нетранспортабельные. И были выявлены условно пораженные, согласно сценарию. За полчаса огнеборцы обошли 2 этажа, осмотрели все палаты, кладовки, ординаторские, лестничные проемы. Именно там были спрятаны условно пораженные. Самое сложное для пожарных – в считанные минуты найти и локализовать очаг возгорания, а также вывести пострадавших в безопасное место. Идет взаимодействие между силами, структурными подразделениями спецуправления номер 18, аварийно-спасательной службы, 7-й пожарно-спасательной части, а также и с работниками скорой медицинской помощи. Для быстрого и скорейшего тушения и эвакуации людей из данных объектов. Подобные учения проходят регулярно, ведь отлаженная работа пожарных, спасателей и врачей между собой позволит сэкономить время на спасение людей. За это учение экстренные службы города получили оценку удовлетворительно. Евгения Карелина, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.